Здравствуйте, дамы и господа, всем здорово, подписчики, любимые ребята, с вами сегодня ложка. Хрень, опять несу. Короче, ребят, с вами сегодня Шмиль, всем привет, Outlast играем, да, Outlast, да, как интересно вообще, давайте начнем сразу же. То чуть не начал. Остановились мы на том, то что за мной, блин, опять это... Слово паразит, надо его убрать. Побежал за мной толстяк, все дела. Там было весело. Эй, это же не то место, да? Да подождите, я открыл эти или нет? Где я вообще нахожусь? Я не понял. А, вот, все. А, у меня вопрос, а где был толстяк сейчас? И это не то сохранение. Ну да, это то сохранение, все дела. Но как бы... Не сохранил там, где я был. Я был где? Надо было колесико поворачивать. Не то. И за сегодняшний день я, если честно, должен... пройти есть Outlast. Вот такие дела. Я вот не знаю, вот когда вот прислоняться вот к микрофону или нет. Я в этот раз записываю. Ёлки-палки, пересрался, долбанный ты. Вот ты, да, долбанный. Длинная лестница. О, чувак, здорово. Сейчас я тебе с ноги вшатаю. Не будешь ты больше так вылазить. Снимаю, короче, через микрофончик. Не знаю, как будет, слышно меня, не слышно. Может быть, даже наоборот, лучше, когда меня не слышно. Конечно, всем лучше, когда меня не слышно. Никто сзади? Пугало никакое не нападет. За хрень, помогите мне. Нет, не надо. Бежим. Че за хрень? Че, кто там стоял? Я не понял, я просто охренел. Тут фонари были, светил кто-то. Не туда надо идти? Нет, я надеюсь, не туда, да? Нет, не туда надо идти. Мазафака, бичес. Привет. Боже мой, я надеялся, ты не живой. Хотя бы. Чё за туман тут везде? Прыгай. Прыгай туда. Чё он там продавал? Хотя ладно, пофиг. Ну чё он вообще там делал? О, кровь. Как-то мило. Мило то, что везде кровь. Да. Здорово, мужик. Ребята, вот тут водопровод протекает. Блин, да сюда конкретно нужно мистера Пропера. Мистер Пропер все отмыл. И бошку вам не повредил. Ну, разумеется, закрыто. Отсюда. Блин, как же так, я угадал, да? Впервые в жизни. Ничего интересного. Вообще ничего. Сейчас вот кто-то вот будет, да? Сейчас кто-то будет. Опс. Нет. Его туннеля. Мне кажется, нет. Я не везунчик. Ту-ту-ту-ту-ту. Здорово, ребята. Сейчас я открою вам сундук Пандоры и вам всем вообще капец будет. Всем привет, ребята. С вами Шми. Сейчас будем взрывать.
Привет. С вами Шмель, будем взрывать. Взрыва... Опачки. Какие спецэффекты там. Я быстрее мог по воде ходить. Или мне надо так таскаться к черепаху. О, батареечка. Живем сегодня. Куда идти? Что-то знает. Давай тихо. Блин, да куда идти-то мне? Сюда, что ли? Нет, не сюда. Тяну. Вот. Да, чувак, куда тебе надо идти? Тут я нашел батарею, значит. А уничтожь этот мир. Пойди. Может туда залезть? Ну-ка попытаемся. Если это путь к победе. Отлично, я потерял одну уже батарейку. Давайте посмотрим. Вот если сейчас мне надо вообще рядом. Может удень что-нибудь. Сюда залезь. Нет. Мои мозги. Куда? Да, надо плыть. Куда нужно плыть? Вот, смотрите, я сюда упал, да? Логично. После этого я должен подумать. Ой, заберись туда. Да. Присядь. Нет, нельзя сесть. На коробку залезь. Просто мало пойти убить нас. Куда идти? Ты серьезно не знаю куда. Во, кстати, а вот когда прыгаешь на воде, он намного быстрее идет. Нет. Вот куда. Да, это путь к победе. Куда я упал? Куда я упал? Я опять. Ну ладно, в этот раз я хотя бы... Что за хрень? Что это было? Заберись ты. Не по себе, я вообще ненавижу воду. Где я нахожусь? Get back!
Какого хрена? Меня все пытаются убить тут. Кто-то будет. Иди сюда, бойся меня. И кто-то меня боится, это меня разорадует. Сохранение. Чего? Какая, черт побери, загрузка? Да. Давай, невероятный Халк. Брюс вылез. Давай, толкай эту фигню. Сколько крови. Хотя нет, это не кровь, это кепчук. Кровь я везде узнаю. А это вот натуральный кепчук. Кепчук это натуральный. Ладно, это кровь. Все это кровь. Всем здорово. Всем привет, с вами Шрёд. Там кто-то выломывает дверь, бежим. Так, возможно, сейчас что-то будет. Нет. Тоже нет. Странно. Фу. Что за дрянь? Кто-нибудь есть? Нет? Куда мне идти, интересно? Папочка, то, что мне надо. Мои любимые комиксы. Комиксы мои, которые на английском. Сначала это что-то, ля-ля-ля, тополя. Потом это... Все сфоткали, все прочитали. Да, все прочитали. Так, куда теперь идти мне? Ага, я уже вижу путь к побегу. Давай, сейчас сохранение, умоляю. Добрые ребята из детского сада. Появлялся в прятки. Mortal Kombat. Паркур. Давай, чувак. Это на кубинок чем-то похоже. Ладно, пошли. Вот тут меня, по идее, вообще никто бы не достал. Мне ж надо кого-то кинуть. Идем сюда, да?
Кепочка, ты мне ничем не помогаешь. Я просто счастливую кепку одел, и она мне ничем не помогла в итоге. А то я понял, куда бежать. Давай, это в путь, поедем. Где я? Где? Да, вот так, надо. Все уверены. Quick, get in the dumbwaiter if you want to live. God damn it! Neither chase you. О, нет, только не ты. Козёл. Ты козёл. Ладно, ребята, над этим мы закончим прохождение. Ой, прохождение. Ну, в смысле, над эту серию закончим над этим. Блин, меня два раза убили, я уже расстроен. Мне уже неохота играть, я не люблю, когда в подобных играх меня убивают. И счастливая кепочка не помогла. Ладно, ребята. Если вам реально нравится прохождение Old Last, пишите в комментариях, пожалуйста, в группе. Вы можете, да, именно там даже вы можете откомментировать вообще без проблем. Там я даже обсуждение специально создал, где вы можете комментировать прохождение про Old Last. Да. И поставьте 10 лайков. Я надеюсь, вы меня поймете. Поставьте 10 лайков, и Old Last будет... Будет вот просто вот и вот дофига вот будет, и спасибо вам за то, что вы подписываетесь, смотрите, хоть кто-то смотрит. И насчет 10 лайков, как вы заметили, на канале уже давным-давно ничего не выходит из-за того, что я жду, вот реально вот жду 10 лайков, тем более вас уже 250 9 человек, да, такая большая цифра, кругленькая уже, достаточно круглая, и смотрят очень мало, и это маленько грустно даже с какой-то стороны. Я надеюсь, вы поймете, подпишитесь и поставите лайк под этим видео, так что всем респект от меня, всем, короче, пока, всем удачи. Все, подписывайтесь, давайте.